Продолжается прием заявок на участие во всероссийском конкурсе сочинений без срока давности. Творческое состязание проходит под патронажем Министерства просвещения России. Свои работы на суд жюри представят учащиеся 5-11 классов в возрасте до 18 лет из России и Беларуси. Участникам конкурса предлагается рассмотреть одну из 7 тем, связанных с историей Великой Отечественной войны, музыкой и литературой военных лет, а также деятельности поисковых отрядов и волонтерских организаций. Подать заявку можно до 15 марта.